УСО «Кант ШП», завод в городе Кант. Помимо шифера и труб, мы производим фасадную фиброцементную продукцию. Для удобства мы совсем недавно вывели их в отдельный бренд. Это фиброцементные листы «Профит» и «Сайдинг Продек». Ну, человеческий глаз, наверное, устал уже от однотонных там, серых фасадных решений. Одинаковый дизайн, если можете понять, у нас в городе нет таких ярких. Вот с помощью нашей продукции можно сделать яркий, интересный фасад. Поэтому мы сейчас поедем по объектам и посмотрим, как вообще получается в реальной жизни. Это дом мечты нашей семьи. У мужа моего всегда была мечта построить дом такой необычный. Мы год смотрели ютубы разные эти, как построить, что мы можем сделать. И вот и мы решили, что построим СИП-панели и обязательно сделаем дом снаружи фиброцементным сайдингом. Мы, конечно, долго искали, а потом в ваших рекламах «Кантовские ТШП» мы нашли сайдинги. Вообще мы любим зеленый цвет и этот бирюзовый, потому что он яркий, настроение поднимается, не знаю, я люблю вообще что-то яркое всегда. Получилось, что мы взяли и построили этот красивый дом, дом нашей мечты. Ну, я ранее занимался не строительством домов, а именно проектированием, установкой витражей, пластиковых окон. Последние объекты – это монолит. Как бы работал я в этой сфере более 25 лет. При выборе материалов на фасад этого дома рассматривались все варианты, которые сегодня у нас есть в Бишкеке. Самый оптимальный вариант – оказался для данного проекта, это именно фиброцементные панели. Это цена и качество. Ну, еще привлекает то, что можно дизайн выбрать за счет того, что фиброцементные панели, они осуществляются, красятся по дизайну конкретного проекта.